С кошки снял уже насосавшегося клеща. Ну, миллиметров 10, наверное, точно есть. По ширине и по длине. 1-2, наверное, сантиметра. Ну, хороший. Я до этого уже клещей снимал. Советуют применять специальные там приспособления. Ну, с клеща, с кошки я снимаю по-своему. Если вот хорошо видно, что у него голова на месте. Голова у него на месте осталась. Просто беру руками и вытягиваю. Он щелкает и выходит. И в этом даже голова остается на месте. Это не первый раз, когда я вот клеща снимал с кота.